Видео подготовлено сайтом onlineagdz.net. Сейчас мы разберем задание номер 1010. Здесь надо найти приближенное произведение чисел и брать эти множители с точностью до второй значащей цифры. Вторая значащая цифра. Это не значит, что надо десятичные числа, в десятичных чисел оставить две цифры после запятой. Значащие цифры в десятичных дробях – это все цифры, кроме первых и последних нулей. Итак, давайте сделаем первое. А. 1,3 умножить на 12,1 в периоде. Ну, во-первых, давайте запишем периодическую дробь в виде бесконечной дроби. 1,3 умножить на 12 и бесконечное повторение цифры 1. А теперь давайте смотреть значащие цифры в первом и втором множителе. Значащие цифры, еще раз повторяю, это все цифры в десятичной дроби, кроме первых и последних нулей. Значит, в первом множителе значащими цифрами будет 1 и 3. Значит, приближенно число 1,3 будет равно 1,3. Значащими цифрами во втором множителе будут цифры 1 и 2. Округляем 12,111 бесконечное повторение до целой части. Отбрасываемая цифра первая 1, значит, последнюю цифру, остающуюся, мы не увеличиваем, значит, умножить на 12. Ну а теперь давайте умножим в столбик. 1,3 умножить на 12. 3 умножить на 2 будет 6. 2 умножить на 1 будет 2. 1 умножить на 3 будет 3. И 1 умножить на 1 будет 1. 6 сносим. 2 плюс 3 будет 5. И 1 сносим. И в множителях всего одна цифра после запятой, значит, отделяем всего одну цифру после запятой. Итак, наше произведение равно 15,6. Б. 0,56 умножить на 0,3 в периоде. Ну, давайте распишем опять периодическую дробь в виде бесконечной периодической дроби. Итак, 0,56 умножить на 0, и бесконечное повторение цифры 3. Значащими цифрами в первом множителе будет 5 и 6. Значащими цифрами в десятичной дроби являются все цифры, кроме первых нулей, то есть первый нолик у нас незначимая цифра, и последних нулей. Значащими цифрами во втором множителе будут цифры 3 и 3. Итак, округляем эти множители до значимых цифр. Первый множитель будет 0,56, ну, потому что можно дописать нули, 0 откидываем, ничего от этого не изменяется. Второй множитель округляем до двух значимых цифр. Отбрасываемая цифра первая 3, значит, последнюю оставшуюся мы не увеличиваем. То есть будет 0,33. Умножим 0,56 на 0,33. Итак, 3 умножить на 6 будет 18, 8 пишем 1 в уме. 3 умножить на 5 будет 15, и 1 в уме будет 16.
И опять 3 умножить на 6 будет 18, 8 пишем, 1 в уме, 3 умножить на 5 – 15, и 1 в уме – 16. Складываем, 8 сносим, 6 плюс 8 – 14, 4 пишу, 1 в уме, 1 плюс 6 – 7, и 1 в уме – 8, и 1 сношу. В обоих множителей всего 4 цифры после запятой. Значит, мы отделяем 4 цифры после запятой. Итак, у нас получится 0,1848. Б, вернее, В, 9,1 в периоде умножить на 6,2 в периоде. Итак, запишем в виде бесконечных дробей. 9 целых и бесконечное повторение цифра 1 умножить на 6 целых и бесконечное повторение цифры 2. Ну а теперь округляем до двух значимых цифр. В первом множителе две значимые цифры, это 9 и 1. Округляем. Отбрасываемая цифра 1, значит, оставшуюся цифру последнюю не увеличиваем. Будет 9,1 умножить. Значимые цифры во втором множителе 6 и 2. Значит, округляем до двух значимых цифр. Отбрасываемая первая цифра 2, значит, последнюю оставшуюся не увеличиваем. Будет 6,2. Ну и осталось умножить. 9,1 умножить на 6,2. Умножаем. 2 умножить на 1 будет 2. 2 умножить на 9 будет 18. 6 умножить на 1 будет 6. И 6 умножить на 9 будет 54. Складываем. 2 сносим. 6 плюс 8 – 14. 4 пишу, 1 в уме. 1 плюс 4 – будет 5 и 1 в уме 6, и 5 сносим. В двух множителях 2 цифры после запятой, значит, отделяем произведение 2 цифры после запятой. Итак, получится 56,42. И последнее Г. 12,45 в периоде умножить на 1,1 в периоде. Распишем эти дроби в виде бесконечных десятичных дробей. Это будет 12 целых и повторение группы цифр 4 и 5. Умножить на 1 и бесконечное повторение цифры 1. Итак, оставляем две значимые цифры. В первом множителе это 1 и 2. Значит, округляем до целых. Первая отбрасываемая цифра 4. Значит, оставшуюся последнюю цифру не увеличиваем. Итак, это будет приблизительно равно 12. И значимыми цифрами во втором множителе являются 1 и 1. Оставляем эти две значимые цифры. Первая отбрасываемая единица, значит, последнюю оставшуюся не увеличиваем, то есть приблизительно равно 1,1. Ну и умножаем 12 на 1,1. 2 умножить на 1 будет 2. 1 умножить на 1 будет 1. 1 умножить на 2 будет 2. И 1 умножить на 1 будет 1. Складываем. 2 сносим, 1 плюс 2 будет 3, и 1 сносим. В обоих множителях одна цифра после запятой, значит, отделяем в произведении одну цифру после запятой. Итак, это равно 13,2. Мы с вами разобрали номер 1010. Если вам понравились наши решения, то смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания,
спрашивайте и подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.